прибыла с маяка, скупилась продуктами, ну, продуктами скупилась у нас на рынке, а на маяке купила оптом опять органзы несколько метров, несколько упаковочек, моточков, кружева, ну, в общем, приду покажу. Ой, села передохнуть чуть-чуть, как всегда в настроении от того, что накупила себе всякой ерунды. У меня уже забрали мои блокноты, можно уже еще делать. Два у меня в заказе опять есть, поэтому я купила другого цвета органзу. Коралловой уже не было, к сожалению, то есть потихоньку для разных целей ее берут. Но она красивая и такая приятная в работе, для разного, цветы из нее делают. Поэтому хочу сразу извиниться, я поставлю как раз эту запись в начало видео, потому что хочу извиниться, проблема с монтажом, поэтому уж как запись как будет идти, так и будет идти. Но мои подписчики, они снисходительно относятся к моим не совсем удачным записям иногда. Зато им нравится то, как я что-то делаю и делюсь. И обещаю, что есть у меня уже задумки новые, поэтому уже сегодня купила кое-что. Но это для меня оно как бы не совсем новое. Я все собираюсь снять. Свои материалы, залежи своих материалов, которые у меня есть, потому что я украшениями из бисера занималась, из натурального камня, кроме вязания, вещей, вязания игрушек. Я разносторонняя семиделка, поэтому и сейчас я для себя там купила, хочется брошечки подделать, зашла к девочкам. Ну, в общем, вот так вот. Все, всем приятного просмотра, извините за не совсем удачные кадры, которые я не смогу особо смонтировать и вырезать, ну как есть. Поэтому удачного просмотра, всех люблю, целую, жду себя на канале. Спонтанно сегодня решила ехать на маяк, хочу купить, еще надо купить, думала недели через две поеду, и поехала сейчас. Куплю кружева, посмотрю органзу другого цвета. О, что еще я хочу посмотреть? Фломастеры какие-нибудь, блокноты новые еще посмотрю к своим заказам. Сейчас подумаю. Симпатичные такие дворики. Люди ухаживают сами. По дороге на рынок, на оптовый. Сейчас буду проходить мимо дома своей подружки, которая уехала, которой мне очень не хватает. Сделаю ей ностальгию, сниму ее дворик. Не думала, что буду ехать, и не поменяла чехол на телефоне. С этим чехлом мне не совсем удобно держать свой телефон. Вот так я и думала. На самом интересном месте. Ладно, я сейчас сделаю по-другому. Надеюсь, будет слышно. Как раз эта сторона дома, не знаю, видно, не видно, здесь был снаряд. А вот этот парапетик спас два этажа от вылета окон. Здесь жила моя подружка. Сейчас она уехала. Ну, мы еще увидимся, все у нас будет хорошо. Главное, что все живы и здоровы. Застеклились люди, кто-то, правда, просто подклеил скотчем. Все, пошла на рынок. Я второй раз подхожу сюда к этим ребятам, которые торгуют.
той мелочи, даже не знаю, как сказать правильно. Каждый раз они просекают, что я их снимаю. Может, они смотрят канал и узнают меня? Ну, наверное. А я еще так неудобно с этим чехлом пошла. Хотела докупить свечи. Здравствуйте. Свечи, свечи, свечи. А, вот они. Красненькие, зелененькие. Ну да, это я тоже что-то читала. Сейчас за этим первым них. Так, палочки у меня есть. Чем он меньше, вот такие красивые. Такие одеяла у вас интересные. Покрывала. Покрывала. Покровы даже такие, которые защищают. Ну вообще. Ага. Ой, красивые. Мне свечечки нужны. Вот они. Да. Вот этих штучки 4 и по 2 вот этих. Здравствуйте. Я вас сегодня сходу нашла. В следующий раз приду вообще с закрытыми глазами найду. Ой, кружева, кружева. Кружева. До берега кружева мне нужны. Здесь пряжа. Здесь пряжа. А мне нужно добрести до кружевов. Ой, разрешите, разрешите. Да я не пролезу. Вы меня переоценили в стройности. Мой любимый отдел. Мой любимый отдел. Так, ниточки. Большая 140. Большая 140. Может мне вот такую купить? Шубу. Так. Вот и такие бахромы красивые. Так, а кружево это еще не кружево. А, это кружево рюш. Так. Эти мне не... О, вот эти мне нужны. Они огромные. Шикарные. Так, я сейчас найду, которые мне нужны. Так, 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 так. Придется туда идти искать. Придется туда идти искать. Нашла контейнер, который я искала. Вот приеду, померяю кружево прям сразу, потому что здесь не хватало метража, когда я брала в прошлый раз. Что я хотела сказать? Сейчас я уже отключусь. А, здесь я тоже когда была. Ой, ну здесь цены дороже. Блокнотик я сейчас иду куплю, и все. Картину только что видела маслом. Идет, говорит, идите, я вас догоню. Ты без телефона пошел. То я вас найду, он встал за угол и делает свои дела. Я говорю, ну да, и найдет по запаху. Все, ребята, по хвостушку покажу. Люблю, целую, обнимаю. Ставьте лайки, подписывайтесь. Простите за такую некачественную съемку. Все, сразу показываю по хвостушку, не раздеваясь, не кушая. Смотрите, купила органзу. Это у меня вон там стоит золотая. Вон ее видно, бронзовая такая. А это вот такая красивая, не буду открывать. Ой, даже не знаю, лиловая, сиреневая, не знаю, очень красивая. Правда, она там в темном помещении показалась мне немного другого цвета, но неважно, очень красивая, я ее забрала. Не было коралловой, не было коралловой, была светлая, а там была еще темная, но и в этот раз, ну, может быть, привезут, хотя такие остатки. Мне теперь опять надолго хватит. Две тетради на
свои блокноты, потому что есть опять заказы. Ой, какие красивые красные клеточки, синие. Красивые, с клеточками. Люблю такие на пружинках, и очень хорошо стоят. Они съемные будут потом, эти блокноты, мои обложки. Купила к этой органзе кружево. Купила еще зеленое кружево, оно уходит со страшной силой. Оно такое классное. Купила молочное, потому что у меня еще есть молочное кружево. Как хорошо, что я сейчас вспомнила. Я просто глянула и думала, а я хочу молочную, она всегда будет нужна. Купила. 130 рублей, если вот 3, если 10, 110 рублей моток. Пишут, что 10 метров, но я вам хочу сказать, я когда свою ту зеленую, когда безрукавку делала, для безрукавки, простите, покупала, на самом деле там не 10 метров, там хорошо, если 8 метров. Ну, зато оно классное, но все равно я его купила. Как всегда, я опять купила моток шелка. И почему я его купила? Потому что вот этот оттенок здесь другой. Я купила из этого оттенка. Вот эти два у меня идут. Этот бледно-голубой, он как белый, он пойдет. Этот цвет всегда нужен, этот цвет всегда нужен. Оранжевый, я знаю, пойдет. То есть получается не особо ходовые. Вот эти три, ну пойдут. Куда-нибудь придумаю. Шелк, сам по себе даже шелк этот настолько хороший, что даже просто на строчку его ставить. Ой, купила носочки. Слушайте, там носки в 3 раза дешевле, чем у нас на рынке. И такие приятные, и так устала, и заехала к девочкам в Донецк-Сити. И одела вот такие носки, только вместо малинового белое. Думаю, ну пусть выглядывает, платье длинное, почти в пол. Ну если где-то выглядывала, зато я себя спасла. Ноги отвыкли от летней обуви. Носки классные, купила. А то, думаю, а что у меня одно шило? У меня 3 рабочих места только в этой комнате, а мне постоянно надо шило. И вот я только умастила свою драгоценную. Поднимай и неси за шилом. Вот еще одно шило купила. Но это без крючочка, это гораздо удобнее. Вчера села за оверлок, нужно шило. Сидела, чтобы не вставать, выходила из положения как могла. Теперь у меня вот таких ножниц возле каждого угла рабочего. Теперь у меня будет шило почти на каждом месте рабочем. Так, что-то тут я еще... А, это шило заворачивали, оно выскочило оттуда. Ну, выскочило, так выскочило. Так, все, это я все показала. Это я бросаю. Как будто бы все показала. Ой, все, надеюсь, мне удастся. Мне и моей дочери, мне так хочется ей помочь, чтобы она мне... Чтобы она не тратила много своего времени на меня, у нее своих проектов куча. Ну, попытаюсь сама слепить... Отправлю ей видео, она мне поможет еще лепить. Ой, и вот так вот мы лепим наши видео. Очень хочется пообщаться, поделиться. Мне, с одной стороны, мне как бы хватает общения, но у меня просто нет близко моих рукодельных подруг настолько близко. В Донецке осталось 2, но они как бы девочки работают, вот я к ним заезжаю. Чуть-чуть пообщаюсь, там по телефону особо тоже отвлекать, у меня как бы свои еще есть. Ой, другие занятия. Потом что еще? Одна подружечка моя уехала. Вот я ей привет передам, сняла ее дворик. Алиночка, я тебя очень люблю, очень за тобой скучаю. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. И все равно, когда все будет спокойно, мы увидимся. Где-нибудь мы увидимся, мы встретимся. Я люблю тебя, я люблю твоего мужа, я люблю. Я вас двоих люблю вместе. Твоей дочери привет. Пусть все хорошо у вас будет. Что еще? Что еще? Ну, все, в общем. Присоединю я, не знаю, я в конце эту похвастушку, наверное, присоединю. В общем, еще раз всех люблю, целую, обнимаю, все подписывайтесь, ставьте лайки. Будьте снисходительны, будьте вежливы, будьте ко всем вежливы. И себя уважайте и любите в первую очередь, и не опускайтесь до всяких гадостей. Не нравится, вышли и пошли, дверь тихо-тихо закрыли. Все, всех целую, обнимаю, рада всех видеть, заходите.